Всем доброго времени суток, дорогие друзья. С вами не Лапсы. Мы продолжаем проходить метро Exodus. Так, вторая серия, да, у нас по прохождению опять же. Что у нас было в прошлой серии? Мы спасли Аньку. Мы подставили под угрозу Москву, в целом Россию, тем, что нам не сказали то, что у нас как бы стоят глушилки, мы отрезаны от остального мира. Убили культистов, да, освободили там церковь, все, перебили культистов, некоторых оглушили и нашли оптику. Вот, также тут у нас находки, дневники, открытки. Что за открытки? Москва, Волга. Ага. Хорошо, значит, тут у нас есть какие-то открытки. Окей. Фоторежим. Угу. Хорошо, ладно. Давай тогда пойдем дальше, да? Кассету мы слушали. Ага, 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 ага. Хорошо. Так, что у нас получается сейчас по этим, по заданиям? Катя и Настя. Надо вернуться на базу и узнать, сообщили ли Катя и Настя что-нибудь, что могло бы помочь нам выбраться отсюда. Ага. Опять же косяк перевода. Дважды нам. Хорошо. Продираться не будем? Окей. Игрушка свежая. Надеюсь, исправят в будущем. Что у нас тут? Вообще, в целом, еще что-нибудь есть? Давай пробежим сейчас чисто вот по-быстрому тут. Пожалуйста. Просто тело. Вот я бы сейчас взял и убежал, типа. Даже не посмотрел бы. Ага. Хорошо. Тут у нас ничего. Тут у нас... Ну, тут мы были. Хорошо. Так, получается, нам туды, правильно? Да. Хорошо, поехали. Беги, Форест, беги. Подожди. А! Ага. Понял. А что у нас тут такого радиоактивного? Подожди-ка. Подожди, 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 подожди. А, сучка. Блин, зашкаливает. Тупо зашкаливает. Блин, интересно, что там такого? Ага. Хм. Давай даже вот так тут сделаем сейчас. Вообще, в целом, там есть что-нибудь интересное? Блин, сбегать, не сбегать, как думаешь? Угу. Опять здоровая эта хреновина, что ли, вылезла? Джон, да, вот этот? Рыбина это. Так. Честно, тут у нас зашкаливает, да? Ч-ч-ч-ч-ч. Спокойно. Не зря. Сейчас, прикинь, просто бы пропустили. Смотри, сколько всего. Ага, костерчик, хорошо. Сорян, ребят. Вам как бы это уже вряд ли пригодится, а вот мне... А мне пригодится. Так, ну, кстати, по нему дамаг проходит. Бежит, бежит. Сучка. Чё могу сказать? Хочешь сказать, ты сейчас, блядь, на берег выберешь? Серьезно? Нахрен пошел. Олег какой, ты вообще охренеть, блин. Ладно, побежали на базу, пофиг. Типа, все, что можно было, мы взяли. Мне кажется. Угу. Угу.
Здрасте. Приятного аппетита, как бы, да. Угу. Тебе как бы в целом как нормально? Так, еще один. Сорян. У нас ничего нет. Хотя, блин. Подожди-ка. Ударом не разбить, ладно. Хорошо. Так, вот получается наша база. Живой! Да! Это нам князь тут таких ужасов понарассказывал. Идем, тут как раз папа с Катей разговаривает. Не, блин, Анька все-таки красивая. Клевые. И Катя, и дочка ее. Сейчас, подожди. Катя еще и медсестра. Блин! А, не успел. Я думал, она сейчас замолчит, но типа так же будет говорить. Хотел бы задать вам еще один вопрос. Да, да, конечно. Да, вот так вот. Что вам известно об оккупационных войсках? Стоять. Все, нормально. Ага, держи в курсе. Вот как-нибудь сейчас. Вот. Так. Я думаю, неплохо будет. Хорошо. А? Простите, не понимаю, о чем вы. То есть иностранных вооруженных формирований вы не встречали? Простите, нет. Ну, мы нигде особо и не были. Глушь одна, да и только. А, понял. Артём, подойди-ка. А, ну как бы я стою в шаге от тебя. Артём, зайди после бати ко мне. Окей. О, подарок, это хорошо. Что такое? Артём молодец, что спас их. Катерина сообщила нам важную информацию. Окей. Опа, еще один трупик, кстати, надо будет глянуть. Некий крест. Механик. Его помощь нам необходима, чтобы привести Аврору в порядок в разумные сроки. Ермак один не справляется. Хорошо. Так что, как будешь готов, давай в порт за крестом и сразу обратно. Будем думать, что с этими святошами на мосту делать. Понял. А теперь мы точно знаем, что мост в работоспособном состоянии. Они по нему сюда год назад перебрались. Угу. Но хоть что-то знаем, потому что в целом только запуталось все сильнее. А, оккупантов именно здесь может и вовсе не быть. Они наверняка держат только ключевые районы. А, в любом случае, добравшись до Ямантау, мы узнаем все. Из источника высочайшего уровня. Руководство Москвы — это так, местное самоуправление, по сути. Так что сейчас нам нужно как можно быстрее преодолеть этот проклятый мост. Преодолеем, не боись. Вспомни конец, опять же, моего прохождения. Ну, не моего, не обязательно моего, типа, прохождения метро Last Light. Помнишь там, какая буря была, когда мы пробирались через Красную... Да, через Красную площадь с черным, с мелким, с нашим. И там была пипец какая буря. Сейчас гляни. Просто. Тишь. Тишь да гладь. Эх, что ж с тобой делать-то? Так. Привет, Артём! Здорово, Артём! Здорово, мышки. Ты там молодцом выступил. Да я вообще красавчик. Я практически не смотрел. В смысле? О! И жена у вас хорошая. Эда. Эда, да. Угу. Вот, Артёма. Я тебе всегда говорила, как тебе со мной дичайше повезло. Ага, я помню, да, как в Last Light мне чуть бан не дали. Знаешь, как она стреляет? Повезло, ага, о, да. С нами поехала. Была бы у нас команда. Одна лечит, другая калечит. Катя, Настя, идите чай пить, не стесняйтесь. Тихо там, слышь? Спасибо. Ты смотри, какая бойкая, прикинь. Тупо на мужика прет. А вы, Катя, откуда вообще? О-о-о, бубенцы свои, смотри, пристраивает. Пару лет назад услышали, что место на Волге есть хорошее. Так, вот давай послушаем. Приехали сюда. Кто ж знал, что тут сектанты власть захватили? Эх, хороший был момент. Тут... Да я охренел, блин, от этого момента. А вы с мужем приехали? Нас 15 человек было. А сейчас только мы с Настей остались. Простите. А ты чего куксишься? Чай невкусный?
вкусный. Да, как горгулья налетела, Настя Мишку потеряла. А та, видно, решила, Мишку? Что живое. И унесла. Не переживай. Найдем мы твоего Мишку. А мы в Москве этих тварей демонами кличем. А вы вот горгулями. Интересно. Это да. Мастер пикапа, вообще жесть. На нашу голову? Ну, радиация, химическое оружие, опять же. Вот природа и не выдержала. Хорошо, ладно. Я понял. Но хорошо, метра, да, игра свежая, окей. Допустим. Окей. 5 сек, сейчас. Сейчас все будет. После слов, да. Сейчас все будет. Кстати, смотри-ка, оформление поменялось. Начало было другое. Тоже неплохо. Мощно, мощно. Местные не особо рады нас видеть. Вот природа и не выдержала. После войны у них образовался настоящий технофобский культ. Его лидеру удалось заманить меня в ловушку в полузатопленной церкви. Не знаю, что они собирались со мной сделать. Но с помощью удерживаемой культистами женщины по имени Катя, так, мне удалось ускользнуть. Ну хорошо, да, это мы поняли. Без лишних жертв. Это мы поняли, Катя, да. Катя рассказала о скрывающемся в порту механике, который мог бы помочь нам починить Аврору и перебраться через мост. Похоже, стоит к нему наведаться. Угу. Так, но мы помним про медведя, опять же. Ну, а как бы... Загрузиться можно, пожалуйста? Блин, ну метро, ну не расстраивай, ну серьезно. Ну свежая игрушка, но, блин. Давай без фокуса. Метро. Вот. Нормально. Так. Да, как горгулья налетела, Настя Мишку потеряла. Угу. А та, видно, решила, что живу. Так, подожди. Нормально. И унесла. Не переживай, найдем мы твоего Мишку. Экран поправь, я вижу, да, то, что экран поправит. Твари демонами кличем. А вы вот я только сейчас увидел то, что интересно. Графика стала другой. Это да. И откуда они только такие на нашу голову? Ну, радиация, химическое оружие, опять же. Вот природа и не выдержала. Ну да, угробили планету. Потому да, вообще жесть. Силантию тут все в рот и заглядывают. Не мудрено, если каждый день такое видишь. Жалко их, дураков. Живут в потьмах, мрут в потьмах, болеют, харкают. Я училась на медсестру. А что это вы тут кушаете? Не хочет, чтобы лечить кого. Господь говорит, своих прибирает. Слыши. Одна забота у него. Как помрут, рыбе это скормить. Так о. Они точно в рай попадут. Так. Я пыталась, конечно, что-то сделать, но куда там? Вот про рыбу поподробнее, пожалуйста. А потом он и вовсе нас на колокольне запер. Угу. И главное, из-за чего? Из-за фонарика электрического. Не фонарик дядя Крес подарил, но Силантий ругался сильно и разбил его. Разбил. А креста анафеме предал. Вот тот в порт и убежал. Там зверолюди, и сектанты туда лезть боятся. Угу. А Силантий еще маму на себе женить хочет. Но она не хочет, он старый и противный. Правильно. Да. Про брак у рыбы этой чертовой никаких заповедей нету. Или угу. Дочку отбила. Мерзко от него, бесноватого мерзко. Вы ведь вытащите нас отсюда, заберете? Да вон, смотри, у тебя мужик заберем, какой. Конечно. Как за каменной стеной будешь с дочкой.
Так, значит, мы помним про Мишку, да? То, что она сказала, Мишку потеряла. Хорошо. Можем найти Мишку. А, так, нам надо еще будет, я так понимаю, убить этого царя рыб, да? Царя рыбу. Там у нас есть что-нибудь? Там он что... Там он что такое беленькое? Так, хорошо, ладно. Подарочек. Давай. А у меня тут для тебя подарок. Да я помню, да, ты говорил. Тихарь, помнишь? Пневматика. Но мощи хоть отбавляй. И пули к нему легче легкого делать, хоть на коленке. Главное, давление в баллоне держи. А то не выстрел получится, пшик. В остальном, тихарь, безотказная, да, штука. Уж я постарался. Так что, носи с честью. Хорошо, ну, спасибо. Не забывай ко мне заглядывать периодически. Ну, естественно. У меня тут еще есть кое-какие идеи, как его улучшить. Так, удерживая R, нажимаете, а чего? А, то есть вот как этот баллон накачивается. Видишь, а я-то не знал, я все, блин, продавал эти патроны. Так, чё, где, говоришь, у тебя тут прокачанный стол? Кого? Куда? Зачем? Почему? Когда? Где прокачивать оружие? Эй. Слышь? Дуралей. Ой, вообще понятно. Может, все-таки прокачаешь? Ой, ну ладно, не надо. Все. Так, на мосту там трупик был. Сейчас вот его еще осмотрим. Я понял, мужик. Сейчас все сделаем. Расслабься. Да? Так, вот тут вот, да, трупик у нас. Блин, слушай, далековато он там. Подожди-ка. Где там трупик-то был? Где-то сам не... А, вон он лежит. Блин, опасно как-то. Сыкно как-то. Да не, вроде спокойно. Ну ладно. Так. Сейчас наверх еще поднимемся, посмотрим, что у нас там. И нормально. Угу. Тут у нас просто сломанный мост. Ха-ра. Ра. Угу. А, я понял. А попасть можно? Я тебя услышал. Так. Есть тут что-нибудь нужное мне? Нет. Хорошо. Так. Как у нас к церкви там проход? Там, в принципе, я думаю, есть. Да? Или нет? Форт нам как добираться? Пойдем там, ладно. Чё? А, там дядя жениться. Степаныч заблестел от радости. Да вообще жесть, я говорю. Бубенцы там свои подкатывают. Видал? Вообще. Мужик даже в такое время, видишь, заботится о своем, так сказать, потомстве. Так. Угу, тут мы были, хорошо. Ходили, видели, знаем. Не, мне бы на самом деле вот сейчас верстак очень пригодился бы, чисто для того, чтобы хотя бы вот пистолет прокачать. Ну или калаш. Кстати, единственное, что еще я хотел спросить. На стриме есть разрыв картинки? Потому что вот я сейчас играю, у меня в некоторых моментах есть разрыв картинки. Он там сильно заметил, нет? На стриме.
Хорошо, вроде нет. Окей. Спокойно. Нормально. Так. Сейчас, мужик. Спокойно, 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 спокойно. Ну да чё? Ты чё? Спокойно. Вот как они спалили? А, ну... В принципе, ладно. Я этого не увидел. Я думал, это на вышке, который спалил. Ну и кто теперь там? Сучара пробитая, а? Мужик, спокойно, я тебя сейчас ввожу сейчас. Там это, не паникуй сильно. Ой, вообще. Ух уж эти чушканы. Еще и драные, прикинь. Да смы... О. Так. Да, вот это вот возьмем, да? Что у нас тут еще есть годненького? Сейчас, 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 мужик, сейчас. Угу. Да, вот это вот возьмем. Это, в принципе, такой же, только улучшенный. Да? Что у нас тут? Ага, припасы. Отлично. Так. Угу. Запчасти пригодятся. Так. Подожди. Значит, через дверку все-таки. Окей. Угу. Давай зажжем. Тю. Здрасте. А че это мы тут лежим? Ждем меня, а? Видал? Все гениальное просто. Пошел спасти мужика, нашел ствол. А вдруг и тут будет та сцена с Аней? Ну. Значит, какого-то момента вы не увидите. Я четверть груза давал, и слушать не хотят. Бросай, мол, дизель тогда. А на ручной дрезине я манал платформу 200 километров толкать. Понятно, нагорели мы уже. Серегу отправляю к тебе, он письмо и отвезет. Дизель, сразу загоните братьям, они нормальную цену давали. И берите тот паром, или баржу самоходную, или буксир. Ты понял, Семен? Не торгуясь. Как остальные за мост узнают, любое корыто будет на вес золота. Но если быстро обернемся, отыграемся. Еще и с прибытком. Давай, Семен, время, деньги. Причем заметь, в этой части, видишь, если меня ранили, то раны не проходят просто так. То есть, вот у меня сейчас до сих пор, да, экраны кровью пролит, типа... Оля! Слушай, это тоже хорошо, это годно. Оля какой. Побрынчим. А, то есть я просто гитару взял, окей. Ладно.
В прошлых частях кровь пропадала, то есть типа раны заживали и так далее и тому подобное. Сейчас же, видишь, игра более хардкорной стала. Ля, ну красота. Жал, правда, дождь, ну блин, ладно. Всему свое время. А, ну как бы это. Ну, туда вон можно перебраться. Так, а, кстати, стоп, блин. Пошел, а мужика-то спасти я забыл. Если что, спасу, да, и забил. Хорош. Так, подожди, что у нас тут еще есть? Оружие, еще что-то было, не? Не, нормально все, окей. Еще. Так, ну хорошо, я также понял то, что лучше не спрыгивать даже с маленькой высоты. Окей. Как говорится, раз уж заговорили про хардкор, то знаете, вам получается про хардкор, да? Тихо, ну вниз. Это залазит он тут. Так, ну-ка. Тихо тут. А, так, больше ничего вроде нет тут. Хорошо. Все, мужика освободили. Спасибо тебе. О! Добрый человек. Я с моста шел. Ага. Отец Силантий епитемию наложил. В дом царь рыбы пойти. Угу. А меня вот эти схватили. Дом царь рыба? Я вижу, ты из этих еретиков. Но все равно скажу. Тут на острове схрон. Прибор там. Нам нельзя, грех, а тебе пригодится. Угу. А я тут оклемаюсь чуток, да назад. Век за тебя, царю нашему, молиться буду. Может, и отмолю грехи твои. Но это вряд ли. Так. Схрон, да, говоришь? Схрон, схрон, схрон. Где? Вон там, да, значит? Ну, окей. Сидит уже. Устрицы переросток, блин. Слышь? Свалить не хотим. Ты как тебе там вообще, все нормально? Помнишь, ты на стриме включал видеообзор, ну? Там показывали про аномалию. Так я про нее тебе и говорю. Я не помню это. А, как она называется там? То ли вспышка, то ли молния, что-то такое вот. Она еще с первой части вроде вот как. Так, подожди. Он говорит тут... На острове, да? То есть, по вот этой веревке, по идее, опять же, да? По-моему, я зря это сделал. Эля какой. Все, хорош по нему стрелять, то, блин, патроны тратить еще. Фу-фу-фу. Так. Давай сейчас пролутаемся тут максимально.
Да. Хорошо. Ничего, ладно. Так, хорошо, давай тогда попытаемся еще раз. Типа, тогда-то вроде нам не надо было, да, туда. А сейчас нам сказали то, что там схрон, типа, есть, там все такое. Пробуем еще раз по веревке спуститься по этой лебедочке. А, там показывали про аномалию, походу, это место. Возможно. Блин, я это, да. Нифига. Окей. Забыл, блин, где дверь называется. Угу. Нормально. Так. Давай, пожалуй, свет тогда включу, да? Ну, там уже, знаешь, чтобы типа понимать, что как бы все чисто тут. А по лебедке сейчас не спуститься, да, будет? Давай, знаешь, даже вот так сделаю. Быстрое сохранение. Окей. Так, а что нужно тогда для того, чтобы спуститься по веревке? Ну, что-то сомневаюсь, что это просто для красоты сделано. Указание он нам дал, то, что можно. Как бы туда нужно. Даже. Не можно, а нужно. Как бы, блин. Ну, типа, и зачем тогда подход сюда, наверх? На острове Схрон. Так, вот он остров этот. Вот он. Так, два тела. Минимум. Хорошо. Угу. Как мне туда попасть? Угу. Обходить, получается, всю эту, ёб твою мать. Блин, далековато. Ну, давай, конечно. Сходим, попробуем. Но опять же, далековато. Блин, давай уже вылечись, наверное. Напрягает меня эта кровушка вверху. А, у меня 0 аптечек. Классно. Хорошо. Ладно. Тогда надо что-то придумывать. Ёб твою мать, а. Я считаю, сейчас сагрил, да? А вот это я молодец, конечно. Бум, шакалака. Так, давай обходить, хорошо. Угу. Они побегут. Раз. Угу. А, то есть не с одного, да? Беги, Тёма, просто беги. Ты там хорош быть, дурачок. Еще резнулись. Серьезно? О, черт. Слушай, я сейчас помереть могу так. Подожди. Твою мать, сколько тут всего, а?
Так, бочка. Бочки кто-то есть, отлично. Подожди. А, ну хотя. Зачем? Так, патроны есть. Окей, погнали. Попытаемся. Ага, нормально. Опа. Верстачок. Здрасте. Так, аптечки мне можно, пожалуйста, аптечку собрать? Собрать, собрать, собрать. И еще раз собрать. Отлично. А, патроны. Так. Угу. Дробовик не надо. Так, что у нас вот это? Стальные шарики тоже нет. Банки. Ну, давай, да, вот так тут сделаем. Так, что у нас по оружию? Почистить. Ага. Угу. Угу. Хорошо. Тут нам нужно вот это. Прицел нормальный. А, так, трехзарядный барабан, хорошо. Тут у нас что такое? Угу. А, лазер. Ну, лазер такое себе, ладно. Так, тут у нас что? Тут у нас не надо чистить? Нет. Отлично. Нет, с этим я не хожу особо. Вот это бы надо почистить. Ага. Смотри, сколько алкоголя, да, вот этого требуется, химикатов. Для чистки. Охренительно просто. Рукоятка. Так. Ага. Пламя-гаситель. Хорошо. Патроны, понял. Тут у нас что, опять же, красный прицел. То есть этого пока нету, да? Сейчас. Фонарик. Ого. Компас. Ага. Давай. То есть тут просто наруч, да? А тут типа с компасом. Хорошо. Понял. А, так, по оружию, что у нас еще? Вот это не почистил, окей. Все? Все, в принципе, ладно. Давай вот так вот сделаем, нормально. А, так. Закрыть. Mm-hmm. Сохранится, идет запись, понял. Угу, угу. Так, отлично. А, можно еще и вздремнуть. Вообще хорошо. Водиться хлебнуть, давай. Ай, замечательно. Угу. Давай до дня подождем. И нормально. Отлично. Погнали. Так, все, больше ничего. Больше ничего. Хорошо, поехали. Кстати, жизни восстановились сразу же. Так, нам, получается, нужно туда. А зачем нам туда? Я думал, нам и туда надо. Подождите.
Домик. Ага. А как же на этот остров-то попасть? Получается, только отсюда? Отсюда, да? Ладно, давай попробуем. Ну, прям интересно, что там за скрон такой. Что он прям... Нам нельзя, а вам как бы, да. А вам понадобится. Так, ребятки, тихо. Спокойно, 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 мужик. Походу зря, да, я сюда запрыгнул. Тихо там. И ты тихо там. Нормально. Лодка. Отлично. Я понял, как туда добраться. Окей. Не надо. А. Вот, ну не надо. Знаю я тебя, блин. Мне это не нравится. Что именно? То, что тут спать можно? Или то, что мне на лодке придется куда-то плыть? Опа. Угу. Наверху один. Два. Сейчас 4 персонажа, да, у нас тут? Бля. Спокойно. Угу. Попробуем вот сюда. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Раз. Ага. Чё, прям чисто стрёмно? Так, это трупик, да, вот которого мы сейчас положили? Выше. Да не, не думаю, что выше надо было. В принципе, и так попали. Единственное, что... Давай, да, нож поставлю, чтобы если что, если меня все-таки спалят, то потиху можно было убить. Если надо будет отвлекать, то я уже поменяю на банку. Так. Тёма, тихо там. Так, все, больше ничего нету. Сейчас заточишь, дружище. Сейчас. Буквально пару секунд. Домик, контейнер. Будь здоров. И... Ну их нахрен. Хотя, чё, воюем, нет? Вообще срубает на. Один. Это чё за хер там? А? Чё, где? Какой хер? Вот сука, не видно ни хера отсюда.
Пойду чисто посмотрю. Давай, пойди чисто посмотри. Бля, кружит сейчас. Шарилась тут сучара какая-то, стопудово шарилась. Подожди. Банки. Туда. Сука, не успел. Сука, бля, жухер, братва. Ууу, вообще, сука, мля. Да в смысле, эй! Сука! Жду, братан, жду. Куда, зачем и почему? Братанами же были. Да с... Ну, он живучий, а. Так, ну еще один двое. О! Вот это ты правильно придумал. Все, 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 я понял, понял. Это ты правильно делаешь. А ты где? Сдается. Так, подожди. Что такое было? Калаш, херня. Окей. Так, вот как-нибудь. Вот. Да, ну, вот, да. Вот. Ага, вот, да. Угу. Да ты, блин, хорош. Можно как-нибудь нормально, не? Запрыгнуть. Ладно, я понял. Так. Я понять не могу, где он, наверху? Вроде наверху, не? Голос заносится. Ага. А как туда попасть? Нет! У-у-у, сука. Чё, я пока туда залезу, блядь, раз в пять точно сдохну. Угу. Ну вот, залезь. Ну чём? Ну хорош. Херней страдать. Так, тут у нас щиток. Угу. Здрасте. Олег какой, да? Ну как бы сорян, дружище, а что я могу тебе сказать? Где здесь можно залезть? Вот вообще не вижу. Серьезно? Все гениальное просто. Так. Ну, рыбёк, ты там тише будь. Ага. Эх, сука. Ну как бы сорян. Так уже, знаешь, на всякий пожарный. Это для профилактики. Ага. Отлично. Так, есть еще тут что-нибудь? Нет, наверху. Вот так вот сейчас сделаем. Чисто для ориентира. Угу. Хорошо. Отлично. А, то есть все-таки эти грибы можно собирать. Понял. Понял, принял. Так. А теперь надо искать место, блин, где можно безопасно спуститься. Ну ладно, вроде без всяких потерь. Нормально. Все, поехали дальше, в принципе. Делать нечего больше. Угу. Здрасте. Правда, это стандартный, тут нет ничего такого.
Угу. Окей. Ты же... Тебе нормально? Понял. Релаксируй. Так, вправо, значит, да, туда надо уходить. Угу. Идти в порт. Блин, ну в порт это хорошо, но мне бы туда вон попасть. Как-нибудь. Ну-ка, подожди. Сейчас посмотрим. Я думаю, тут все-таки проход был. А что, так можно было? А, ну это автомат. Блин, полуавтомат ППшка там. Нет, заберем это и тогда сейчас разберем вот это вот. Угу. Нормально. Это еще пригодится. Может для других оружий там еще что-нибудь. Видишь, просто так уже не добудешь прицел. Отойду. Давай, Лаценто. Угу. Значит, недостаток патрон. Хорошо. Блин, нахрен я это сделал. Будет все-таки разобраться с управлением. Не совсем я привык к нему. А я предупреждал. Казалось то, что она сожрала его. Но нет, вроде живой. Мелкий. Ага, отлично. Так, а вот и лодка. Ага. Хорошо. Давай попробуем. Вот куда-то вот сюда вот сейчас по-тихому приплыть. Чтобы без палевней было желательно.
Блин. Ну давай. О, господи. Блин, куда тут приплыть, чтобы не попасться? Классно. Короче, ладно, сейчас погнали. Там пристань была. Пофиг на беспалевность. Просто поехали, сделаем все дело и заберем, что там, схрон какой-то был. Вот тут вот можно выйти? В принципе, место-то беспалевное. Относительно. О, нормально. Так, тихо. Ага, раз. Ага. Вообще. Силантий хоть и простил нас милостиво, а все же епитимью каждому свою наложил, потому как пост оставили, а оно грех. Во как! А тебя за что наказал? Да Машка моя дура мне на спину кипятко прокинула, а я ее по матушке обругал. Святой отец наш так и сказал, мол, бить бей, для брака полезно, а по матушке это рот свой пачкать да демонов призывать. Mm-hmm. И отправил вот рыбу удить, а оружия никакого. А, не боись, место тут тихо, из людей сюда никто не забредает, да и твари, считай, нет. Разве что царь рыбы бывает кормится, да нам-то верным ее бояться нечего. Царь рыба тут бывает? Я-то не боюсь, мы верую в Господа нашего, но и кормится тут. Да, но чья вера настоящая, того не тронет так, что не дрей. Ох, чувствую, сейчас сожрут. Не крепка, то другое дело. Бывало, из берега утаскивала, напрыгнет на нечистицу и поминай, как звали. Вот так вот. А верный рядом как стоял, так и стоит. И даже не обрызгал ее. Он видел. О, Господи, спаси. Блин, ладно, не буду я их убивать, не знаю. Пусть живут. Они, видишь, они вроде нейтральные, то есть не показывают ни желтые, ни зеленые. Ну, стоят они и стоят, ладно. Чё? Чё мужиков трогать, правильно? Так. Оля какой. Так, поспать можно, отлично. А, ружьишко, ружбачку дай. Дай. Ага. А за место чего мне эта ружбачка нужна? А не за место чего. Просто возьму детали и все. Ни больше, ни меньше. Так. Ага. Отлично. Отлично, отлично. Так. Давай вот это вот сделаем. Укрепленный шлем. Отлично.
И оружие. Подожди, 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 подожди. И что началось? Оружие, да еще. Калаш, 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 калаш. Не знаю, сможем, не сможем. Угу. Пламя-гаситель. Ага. Хорошо. Не, не сможем сейчас поставить. Глушитель. Обидно. Угу. Хорошо. В принципе, ладно. Тоже неплохо. Надо будет либо прицел какой-нибудь, либо еще что-нибудь найти на калаше. И вообще хорошо будет. Так, ну получается это все тут. Больше даже нет ничего интересного. Фига там туча, слушай. Неплохо. Угу. Закрыто. Так. Хорошо. Тут не открывается. Понял. Стоять? Нет, спокойно. Ага. Электричество, 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 электричество. Окей. Ну, не хватит, да, там как бы понятно. Угу. О, давай сюда детальки. Отлично. Так, значит, нужно топливо. Топливо, топливо, топливо. А где у нас может быть топливо? Блин, а столько с этим топливом намучился еще в Last Light? Охренеть, да. Ага. Окей. Это что такое? Подожди. Вы кто? Ай, спалился. Да ты... В смысле? Гады, вы что такое? Вроде раньше не было у них, да? Не помню таких противников. Слушай, погоди. Куда заныкаться надо куда-нибудь. Что-то мне вообще не понравилось то, что сейчас молния рядом со мной ударила. Смотри, вообще нихера не видно. Охренеть. Сейчас пусть пройдет. Будем уже выходить. Тогда. Ну все, хорош. Гремит, стучит тут.
Просто почему-то кажется, что не лучше это решение выходить куда-то в такую погоду. Походу надолго. Все затянуло. Ладно. Ну что, еще что-то будет хоть. Окей. О, нормально, хотя бы еда есть. Ай, сука. На этом нельзя спать. Ладно. Кстати, погоди, я, получается, пришел на то место, куда мне и нужно, да? Почти. С меня. Ну, в принципе, сюда. Хорошо. Ага. Твою мать! Нахрен, пошел, слышь? Дурачок. Фу, наркоман, блин, проклятый. Сука, тупо скример. О! Крест. Сейчас, крест, подожди. Возможности смогу тут облутать все. Уже к тебе побегу. Давай, 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 давай. Неплохо. Отлично. Свет хоть появился, хоть какой-то. Личинка. Ладно. Да тихо ты там. Да господи, отстань. А можно, ну как бы. Спасибо. Так, вот шкафчик давай откроем. Отлично. Сейчас бы взяли, бы мы прошли мимо. О, все. Не. Не все. Так, подожди. Что я опять. А, то есть это я вообще в обратную сторону побежал сейчас. Хорошо. Ты еще кто? Это рыба так? А, ну все, ну, ладно, тогда. Тогда окей, подожди. Нет, мне кресту надо. Вон туда он мне, слышь? А чё у меня стрелка вообще в другое место показывает? О, ужас. Ну запрыгни.
Да, это пробежали, ага. Угу. Ну да. Все. Побежали. А. Окей. Это там нормально? Ну, в целом. Сейчас еще вот тут единственное, что проверим. Ага. Плюс ящик. Отлично. Подожди. Ну, да, сейчас забил бы на это все. Тут? Ну, тут ничего не будет. Угу. Ну, в принципе, и так достаточно, ладно. Так, а кого он там опустит, он говорил? Кого, чего? Поднимайся на крышу. Ну, давай попробуем. Это шахта какая-то. Так, подожди. Угу. На всякий случай, а то знаю, блин, я эти шахты. Треклятые. Сидит уже. Дружище наш. Ага. Отлично. Тихо. Ну давай сюда. Ага, хорошо. Вот сейчас там еще надо будет потом побегать. Ёп, ты тут. Плохо. Называется, пошел вручную убивать. Угу. Так, чё, патронов вообще нет? Да. Замечательно, чем могу сказать. Угу. Так, патроны давай соберем. Пусто. Так, на крышу, да, говоришь, подниматься? Там лестница была, я понял.
Спокойнее будь. Спокойнее, говорю, будь. Кого там сделаешь? Сучка. Хорош. Эй. Спокойно. Блин, до хрена их как-то, не? Да ладно. Все, отлично. Да-да-да, сейчас. Я здесь! Поднимайся! Вижу, вижу. Ну ты суров, братка! Аж приятно посмотреть, честное слово. Эти-то хуже мутанты, я дело знаю. Если деревенских поймают, то тем сразу крачун. А ты их как капусту нашинковал. Ну такая. Ну здорово. Меня здорово. Да знаю уже. С того провозу, значит? Ага. А местные с вами, небось, разговаривать не стали, а? Почему? Сразу стали некоторые. Начали. Ну так же ясен хрен и дрить их за ногу. Я тут долго уже парюсь. Знаю, чё да как. У них секта тут, а верят, мол, техника старый мир сгубила. Так. Ну и, значит, за техническую грамотность, сам понимаешь, ни разу не привечают. Ага. Ну а меня так и вовсе в клетку законопатить хотели. Ага, неплохо. Покуда демона электрического сам убивать не побегу. За сатанизм, вот. Ага. А какой я сатанист? Всю жизнь технику подчиняю, да торговлишко еще промышляю. А теперь на восток вот намылился. Нехрен в этой части страны ловить. Наездился. Все города выжжены, а вокруг одни бандиты да нечисти. Ну, правильно. А там-то за Волгой место немерено. Так получше должно быть. Ну так и вот, пилил себе мирно, полная дрезина добра. Думал, торганул по дороге. Так. Черт, С2 еле ноги унес. Но, как вы тут нарисовались, появилась у меня мысля. Самому бы ни почем не справиться. Ну, а раз вам тоже на восток, то в такой-то компании. Ну, как бы, да? Я вашу глымагу, между прочим, бинокль видал. Неясно, как она еще не издохла. Кстати, бери бинокль. О! Сейчас все тут покажу. Давай. Вон, видишь, мост? Вот эта секция сверху должна опускаться. Аварийный механизм на месте, но вот работает он, нет. Это Катя с церкви знать должна. Я-то на мосту не был. Вон там направо ангар. Подожди, как бинокль взять? Это терминал. У придурков с моста там типа святое место. Все стены размалевали. Царь рыба у них там обитает. Да блин. Какие идиоты. Подожди, где? А, вот бинокль. Где вагонов куча? Это депо бывшее, там сейчас бандюки обосновали. Ну вообще место богатое. Ага. Да и вокруг ничего так, охота и вообще. Я кругом себе лёжки оборудовал в удобных местах. Так что переночевать, отремонтироваться, патронов набить теперь много где можно. Так что ищи, пригодится. Хотя, конечно, можно и просто у костра ночь пересидеть, хоть согрейся. Ага. Пойдем, покажу мое логово. Погнали. Неплохое. Тут вот сплю. Если устал, мой дом, твой дом. Спасибо. Я сделал, ковыряюсь потихоньку. Если патроны нужны или гранаты, пользуйся, материалы вот лежат. Вообще, все, что видишь, полезного забирай. Мне все равно с собой тащить не с руки. Ну, как бы, ладно, давай, спасибо. Не стесняйся, пробуй. Так,
верстак, да? В общем, братка, у меня этот чемодан не только что до виду. Мозгов там девать некуда. А руки, видишь, золотые. Не пожалеете, что взяли. Рванем, братка, на восток. Ну хорошо, без проблем, что. Так, подожди. Единственное, да, что я сейчас еще раз посмотрим, что у нас там по верстаку. Так. Ага. И калашников. Давай, да. Ага. 30 патронов, хорошо. Ой, 30 материалов для патронов. Окей. Если встретишь, лишний раз в драку не лезь. Они темные, ну как пивные бутылки. Небось, махину вашу, как уйдали, сразу полные штаны. Ну а то судный день. Прибыл точно по расписанию. Ага. Так, глушитель есть, отлично, прислал. Ага, ага. Их, думаю, бояться нечего. А вот зверья, это другое дело. Тихарь. Так, подожди, а там же еще я, да, что-то подобрал вроде. Разозлил, делай ноги, пока живой. Я раз так нагорел, все барахло побросал, в одних штанах, ага. Считаю, удрал. Хорошо. Ну а ты думал, они солчи ушли. Ладно, понял. Нет ничего нового. Поехали, чё. Вот ты можешь по канату вниз дунуть, берешь карабин, собираешься и поехал. Вот. Ну, вообще, хуже вот всего, теперь люди научили. Ты тут обосновались недавно. Чего им надо? Погнали. Все, теперь хоть можно быстро передвигаться по этим канатам. А то мне как дебил по полу этого, по полуострову надо обходить. Из-за того, что ты тупо не умеешь пользоваться карабином. Так, ты знаешь, у нас монстрики, да? Монстрики, монстрики, монстрики. Хорошо. Что у нас тут еще есть полезного? Угу. Так, вроде никого не видно пока. О! Так. А ну давай. Ч... Товарищ полковник, она вроде антенны вон в 200 метрах от Авроры осмотреть хотела. Что-то там ей показалось. Одна? А вы что, какие антенны? Так, Артём, живо туда. И вообще хватит клювами щелкать. Если натовцы при полном параде не маршируют, это не значит, что... Туристы. Конец связи. Вообще, туристы, ужас. А, ну так подожди, мы же тут были тогда. Правильно, мы тут осматривали это все. Неплохо. Отлично. Ну, походу респаунится, видишь, время от времени. Потому что я тут вроде всех зачищал, а по-новому появились. Так. Значит, мне вон туда. Окей. Побежали без проблем. Опа. Спокойно. Не надо. Да ёп, успокойся. Тихо тебе говорю. И тебе тихо говорю. Все, нормально.
Вот оно, по-моему, это место с аномалией, про которое мы тогда говорили, Лаценто, которое мы видели в этом. Что? Где он? В предпоказе. Хорошо, аномалия, да, говоришь? Угу, да, я понял. А эти прям не видели, да, то, что это аномалия? Что-то я сомневаюсь в этом, ну ладно. Огонек зажжем. Бля, смотри, как красиво, а. Блин, жаль, этот мужик упал, сейчас бы можно было сфоткать. Сейчас, подожди. Сможем, нет? Ну, блин, ну отойди. О, серьезно? Я понял. Ладно. Хорошо. Да тихо, ну. Ну, хорош, не фони. Вроде фонит, но там типа нет никакой ни аномалии, ничего такого. Так, там у меня почти пришел. Причем смотри, там сзади показывается то, что там типа аномалия или что-то такое. Вот тут. Получается, что-то есть типа. Я понял. Тихо. Хорошо, ладно. Допустим, сюда. Они там бесуют просто, жесть. Нехило их там колбасит, конечно. Так, зажжем. Угу. Ну, пусть еще. Так. А, давай сейчас аптечку тогда завязаем. Так, аптечка есть. Патрона. Есть. Нормально. Что стоит тут уже? Твою мать. Вот и Ванька. Тихо. Нормально. Ванька, сейчас.
Артём, ты меня звал. Там было так хорошо. Но я тебя услышала. Ну и как бы я тебя одного... Грибов наглоталась. Ну ладно. Хорошо. Мы друг друга поняли, а... Стоп. Опять пауки, да ёп... Уди. Фу, не могу. Прям вот бесят они меня. Не могу я прям на них смотреть. Так. Хорошо. Дверь заперта, но логично, да. Угу. Нахрен пошел. Сейчас, Ань. Спокойно. Не бузи там. Отлично. Можно сломать замок. Подожди. Ага. Если замки можно сломать, отлично. Патроны, да. Ой, здрасте. Так, хорошо. Разбираем. Давай бегом. Нахрен пошел? Тупо сквозь текстурки улетел. Угу, хорошо. Подожди. Ага. Я что-нибудь смогу сделать? Закрыто. Ага. Понял. Ладно. Ай, вас мне только не хватало, дебилышек. Подожди. Было. А, патроны. Окей. Угу. Ты нормально вообще? Ну, в целом. Блин, заблудиться можно. Вообще на изи. Сейчас, Ань, держись. Опять фильтр. Бай. Тихо там. Дурачок. Ага, и тебе не хватает. Там еще и двое их. Отлично. Можно я не буду туда падать? Вот вообще никак не хочется. Подожди. Перезарядка долгая. Отлично. Последний. Плохой.
Давай. Угу. Отлично. Замечательно. Просто великолепно. Так, хорошо. Угу. Пучки, да блин, не могу я, прям они меня раздражают. Я вот реально, я, блин, вроде нет такого, то что я прям в жизни боюсь пауков, но блин, ну тут прям ужас. Пауки, это вообще прям жесть. А чё за зас... Здрасте. Просто нет патрон, знаешь, такое вовремя. Вылезает, привет. Они же хорошие, да и блин, ну... Ну вот не могу я прям, не знаю. Наконец-то. Подожди, там к Аньке подошел один. Я тебе сейчас, блин, подойду. Охреневший. Слышь? Угу. Здрасте. Вообще не очень приятно с вами общаться. Ага. Да. Привет. Сучка. Привет. Черт. Хорошо, Артём нашел. Что это за место вообще? Да хрен его знает. Бункер какой-то. Склад, ну или как это, могильник. Ага. Химио какая-то. Может, местные повесили, чтобы подальше держаться. Сэм, американец? Ладно. Так. Ну чё, Артём? Чё? Хватаем и понесли? Ну да. Ещё чего. Я сам... Погнали, слышишь? Ну вот, ну не надо. Пойду. Не надо, вот, ну Ань, ну хорош. Отсижу пару минуток и двину. Старику уже, наверное, крышу рвёт. Представляешь, с его доченькой что-то приключилось. Слышь? Не только с его доченькой, но еще и с моей женой. Папа, эй. Это я. У меня батарея в рации сдохла, промочила ее. А так все в норме. Артем и ребята тут. Анька, ты инфаркт со старика доведешь. Вернешься, получишь ремня. О! Давай! Сэм, это ты там? Спасибо, что помог найти Анну. Теперь ты ее за спинку и тащи сюда. Надо провести спасительную беседу. А тут еще Степан гражданских на борт тащит. С ума все подходили! Честно, беги лучше, помоги Степану отца моего уговорить. Это он про Катю с Настей. Ничего, со временем уговорится, Тёма, погнали. Правда, мне лучше. Все нормально. Пошли. А чё, Сэмчик, как настоящая-то база оккупантов выглядит? Скажу, чтобы мы знали, если наткнёмся. Пошли, говорю. Давай. Во-первых, везде огромные гуманоидные роботы. Ну ладно, послушаем. С ядерными реакторами в джобе. В жопе? Бургеры, френч фрайс, милкшейк. Я с тобой серьезно, блин? Че ты кривляешься-то? Ну и я с тобой, давай буду серьезно. От какого хера мне надо знать, как выглядят сегодня базы, мэн? Я на них не был сколько? 25 лет?
Забор, вышки, патрули, техника, здания, базы выглядят как базы, мэн. А шит вот это такое? Я не понял, погоди, а почему ствол светится? Типа, как будто стреляли из него. Вы же никого не убили, эй! Я с вами забыл, а его и поговорить-то не с кем. Нормально. Ладно, чё ты, не кипятись. Понятно. Дрочки. Так, ну-ка, чтоб жену Пэта привели в целости и сохранности. Пацаны, сейвите! Давай. Вот так всегда. Один дурачок попадает в какую-то неприятность, а ты, блин, с друзьями потом писали из него получаешь. Еще же один был. Все? Окей, так, чё, куда у меня? Правильно, по прямой. Окей. Иди нахрен, не буду я с ними сражаться. Противные они какие-то. Так. Ну давай, Тём, ну хорош херней страдать. Забраться он не может. Артём, выручай. Чё? Старик уперся, не хочет брать Катю с малой. А она врач, да еще знает, где целёхенький вагон найти. Представляешь, надо что-то делать. Ой, ну ладно, поговорю я с главным нашим, за бубенцы твои, ну. Мы пойдем назад, наверное. Нет. Да куда вы пойдете? Вас там теперь сожрут святоши эти. Ну, ладно уж. Сожрут. До сих пор не сожрали. Да он не только из-за места переживает. Вы его тоже поймите. Может, нам с боем придется. Бубенцы, тогда ты смотри, подкатывают бубенцы, прикинь. Что там дальше будет? Вообще жесть. Так я пригожусь. Я ведь лечить. Не, как бы мужик и молодец. Рассказала, что вы видишь? Можно его. Да, я же ему сказала. Женщина-то хорошая. Мы приехали. Он удобный, специально для дома. И мужик бубенцы подкатывает, как бы. А почему не взять-то? Дядя Артём, возьмите нас, пожалуйста. Так я-то не против. Я буду тебя хорошо вести и помогать буду. Бу. Честно-честно. Хорошо. Настёна, не доставай дядю Артёма. Да нормально все, ну. Мать, что ты начинаешь? Дядя Артём с нашим командиром поговорит. Да. Да. Ух ты. Дядя Артём главнее страшного командира с железными ногами. Фу. Ура! Тише, доченька, так нельзя. Можно. Ну нет, дядя Мельник у нас самый главный. Но мнение дядя Артёма он очень уважает. Вот. Да, дядя Артём. Естественно. Я уже сам за этим вагоном собрался. Да куда там? Пост, оккупанты, трибунал. Ну как бы еще, да, бубенцы подкатить надо, ага. Ну, естественно, куда уж нам. Ладно, пошли. Да заберем, заберем. Здорово. Так, что это? Я тебя понял. Так, крест, хорошо. Здорово. Да, вообще, да. Артём, подойди. Да. Куда еще ближе? Артём, у нас появилась возможность такая милашка, это вообще. Через мост без штурма. По реке регулярно ходят караваны, мостовики с ними торгуют. Под видом торговцев мы скрытно проникаем к ним и опускаем секцию моста. Да какой из тебя торговец? Механизм в порядке. Сработаем быстро, и мостовики нас не остановят. А если попытаются, мы переправимся в любом случае, чтобы эти мракобесы там себе не думали. Хотят крови, получат. Остается только дождаться посудину торговцев. Товарищ полковник, ну как мы их тут-то бросим? Сожрут ведь. Степан, ты голову пробовал включать? Ты знаешь, куда мы... Он бубенцы пробовал включать. По дороге будет.
И куда Степа моих вовроде? Возьми медика, идиот. Идем спать. Но мы-то ладно, по-спартански. Но женщина, да еще с девчонкой 6-летней. Как тут разместить? Да я свой матрас отдам, а сам в кочегарке. А, отдохнешь на все сто, и на первом же дежурстве тебя сонного вражеский диверсант зарежет. Все равно нельзя их оставлять. Так давайте достанем тот вагон, о котором Катя говорит. Ну не можем же мы ребенка тут бросить. Да и вообще, сколько можно в проходах валетом спать? Ай, ты явилась. Как? Как мы его достанем? Аврору я туда не погоню, тут и думать нечего. И не надо Аврору, у меня в терминале дрезина припрятана. Ей о? Надо тащить, что два пальца в асфальт. Сейчас мы с Артемом за ней смотаемся и пригоним. О? Христя не пущу. Мы в четыре руки до утра с ремонтом проводимся. Один я вообще ничего не гарантирую. Ладно, черт с вами со всеми. Хватит из меня чудовище лепить. Если вагон добудете, возьмем гражданских на борт. Артем, займешься? Займусь. Но, Артем, заметим караван, бросай все. Прорваться через мост основное, сам знаешь. Иди в сраку, я без них никуда не поеду, понял? Спасибо, папа. Так и быть, обещаю подумать о внуках. Гад. Опа. Держи, Артем, это от дрезины. Видал? Без него не поедет. Она еще и о внуках Посылка будет думать. Надежная. Понял? Как бы это. Угу. Держи. Мы с ней почти полмира. Из конца в конец. Товару перевезли. Ух, страшное дело. Из таких передряг меня вытащило. Артемыч, раз уж ты один, получается, в терминал идешь, слушай. Че? Путь не близкий. Так. Че хочу сказать-то? Че? Если по темноте отправишься, меньше шанс на бандюков напороться. Они так. Тогда по нычкам своим греются. Угу. Но ночью тоже не того. Того. Монстров много. И зверья много вылазит, и молнии там шаровые местами. Их святоши за демонов электрических держат. Так что ты покумекай сам, когда лучше выдвигаться. Так, ага, хорошо. Я в район князя в дозор отправил за мостом наблюдать. Угу. Связь там не важна, одни помехи. В общем, если встретишь его, получишь последние данные по окрестностям терминала. О! С Аней и Степаном сговорились, небось. Да я за этих двоих не меньше вашего переживаю. Просто да кому факт, ты врешь, ну? Внешние святоши хуже того, что нас ждет впереди. А, ну ладно уж. Че я думаю? Сейчас уже время поздно. Давай на этом закончим сегодня. Вот. Типа, две серии так нормально записали. Все, ладно. Всем спасибо, кто приходил на стрим. Вот. А тем, кто будет смотреть это на повторе, как бы, да, не забывайте подписываться, комментировать, ставьте лайки. Вот, там. С вами был Нелап. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока, всех люблю, целую, обнимаю. Все, вы лучшие.